Я в свою депрессию, как я считаю, несмотря на то, что обычно так не бывает, провалилась сразу после того, как родила, там, на следующий день. У меня было, ну, как бы, набор симптомов депрессии у меня был полный. Просто все, что могло быть, у меня было. Я очень быстро перестала спать, но я практически не спала, я и в роддоме практически не спала. И почему я не чувствую любви к своему ребенку? Боже, почему я вообще про себя думала, что я буду нормальной матерью? Я поняла, что мне нужна психиатрическая помощь в момент, когда я лежала, и понимала, что у меня давно суицидальные мысли, которые прямо сейчас переходят в суицидальные намерения. А скажи простым языком, что это за мысли и что это за намерения? Я понимала, что я собираюсь прямо сейчас выйти в окно, что я подбираю вот из этих табуреток более подходящую, та, которая повыше, та, которая пониже, и как мне будет удобно перешагивать. Но я тебе могу сказать, что немногим все-таки людям довелось полежать в обычной психиатрической больнице. Да. Расскажи, на что это похоже. Что это такое вообще? Как там? Торжественно делаем кофе. Ну, понимаешь, у меня зависимость. Вы можете наблюдать красоту моих кружек. Пользуясь съемками. Кнопочки. Капсулы. Слушай, а ты не переводчик больше, да? Нет. Крайне редко это со мной происходит, да? Так, больше наливать не буду. Не знаю, просто. А, это молоко. Твоя кофемашина? Моя. Значит, ты умеешь с ней обращаться, да? Да. Просто тут как бы в зависимости от того, сколько нальешь, регулируется крепость. Молоко. Да. Слушай, у тебя прям хорошо. Сейчас. Сахар нет? Я хочу назвать канал «Мне без сахара». Поэтому надо сказать фразу «Мне без сахара». Очень так ощутимо. Нет, вот у меня отлично все. Хорошо, Яна. Да. Да? Так, ну что, идем сядем. Как проходила беременность? Хорошо, очень хорошо. Я себя хорошо чувствовала. У меня не было токсикоза. Мне было в целом физиологически очень комфортно. Я психологически тоже была как-то, как мне казалось, очень устойчивой, счастливой, довольна. Я думала, что ну, как бы я в любящей семье. И будет ребенок, и, наверное, это классно. Я думала, что я буду отличной матерью, и как-то к этому стремилась и готовилась. Ну, что-то у меня там появились какие-то сложности с тем, как ребенок расположился в матке. Он постоянно на позднем сроке переворачивался, такое бывает крайне редко, потому что, как объяснил мне врач, у него головка не вставлялась правильно. Мне сделали МРТ. Накануне, ну, собственно, родов. Ну, в смысле, мне сделали МРТ и сказали, нужно делать кесарево. И потом были мои кесарево роды. Там что-то произошло со мной. Ну, помню, что очень громко кричали анестезиологи, что нужно срочно ребенка доставать. Ну и я там потеряла связь с реальностью на какое-то время. Потом пыталась в этом разобраться, что собственно, случилось, потому что там было, как бы у меня упали все жизненные показатели. А на родах еще присутствовала моя мама, потому что она врач в прошлом, акушер-гинеколог, и я рожала в том месте, где она работала, что было большой ошибкой. Вот, ну, в общем, все закончилось благополучно, ребенок здоровый. Секунду, извини, я буду просто постоянно переспрашивать. Да. А почему рожать в том месте, где работала твоя мама, было большой ошибкой? Так на уровне житейской логики кажется, что это наоборот, самое правильное. Да, мне тоже так казалось. А чем это было неправильно? Ну, это не очень хорошее место, там не очень хорошо относятся к женщинам, родившим детей. Я хотела, например, совместное пребывание с ребенком, но это не вышло. Я была первые сутки в реанимации, он был, соответственно, отдельно, мы не воссоединились. Дальше я была там несколько дней, а когда тебе сделали кесарево, нужно побыть там на пару дней дольше. И я с ним, ну, то есть мне его приносили на кормление раз в 3 часа,
И я ходила мимо двери палаты с надписью «Детское отделение» и слушала, как там орут в большом количестве новорожденные дети. И это было очень тяжело. Потому что временами я видела, как медсестры этого детского отделения выходят и оставляют там орущих детей, ну, как бы друг с другом. И никак не пытаются их успокоить. Они вообще как-то довольно черство себя вели. Еще я помню, что там меня поразило это, они курили прямо в отделении. Ну и в целом со мной обращались, с остальными обращались довольно недружелюбно. Грубо. Ну, да, местами резко. Грубо, да. И, конечно же, там никто как бы не помогал. Моей соседке, я помню, несмотря на то, что она рожала второго ребенка, уже была опытной, у нее там возник какой-то вопрос по грудному вскармливанию. Подошла медсестра, ущипнула ее за сосок, та вскрикнула, и ответом было: «Хватит себя жалеть». Я в свою депрессию, как я считаю, несмотря на то, что обычно так не бывает, провалилась сразу после того, как родила, там, на следующий день. И у меня была сильная гневливость, например, в один из первых дней. Я помню, что приехал мой муж, и я просто дико на него орала без какой-то понятной мне самой причины. И сама не понимала вообще, что происходит. А в остальное время я в основном плакала. И я, опять же, была уверена, что вот мы сейчас выйдем из роддома, вернемся сюда домой, и все, пушка будет. То есть я помню, как я минуты буквально считала до момента, как мы должны были уехать. А ребенок был здоров? Да. Выбраться из этого гадкого места, и все наладится. Думала, да, ты. Была такая. Нужно только вернуться домой. Спасительная мысль, да. Ты вернулась? Вернулась, и лучше не стало. Стало быстро хуже. А как хуже? Из самого яркого навязчивая мысль, что жизнь кончилась. Из такого более-менее очевидного, потому что у меня была, ну, как бы набор симптомов депрессии у меня был полный. Просто все, что могло быть, у меня было. А именно? Очень сильное чувство вины, очень сильная тревога, которая ощущалась на физическом уровне в теле. Причем она была не за ребенка, и что с ним что-то случится. Она была связана с тем, что я все время боялась, что он проснется. И любое шевеление, которое от него исходило, меня, ну, у меня на физиологическом уровне отзывалось, у меня горели уши, у меня внутри трактор ехал. И это было страшно мучительно. Я очень быстро перестала спать, но я практически не спала. Я и в роддоме практически не спала, и дома практически не спала. А что такое «практически не спала»? Ну, это, как я сейчас понимаю, это какие-то очень короткие моменты забытия, такого поверхностного сна, который длятся там, не знаю, по часу, по два часа, может быть. За ночь. Да, и пробуждение. И эмоционально было очень-очень плохо. Сильное неприятие всего происходящего, непонимание, почему я не чувствую любви к своему ребенку, ощущение ужаса, ощущение, что ты не можешь вообще ничего контролировать и ни на что влиять, что тебя в этой жизни больше нет. Ты как бы человек, который обслуживает потребности очень непростого младенца, которому постоянно что-то нужно, но сказать о том, что, что ему нужно, он не может. И постоянно кричит. Постоянно. И ну, вина в связи с материнством в том смысле, что, боже, почему я вообще про себя думала, что я буду нормальной матерью? Откуда я взяла эту презумпцию? Она как бы как в меня впиталась? Я же, очевидно, абсолютно не просто провальна, а я как бы на минус 50-м этаже в этой пирамиде. И, короче, ты не просто плохая мать, а ты вообще не мать. Я как, вообще не мать. Как-то так. Да, и вот это вот очень-очень четкое ощущение, что дальше нет жизни. Все, жизнь кончилась. И мне постепенно становилось все хуже и хуже. Я помню, что я вообще не спала. Даже когда была возможность, например, приезжала моя мама, проводила время с моим ребенком, я лежала вот здесь и часами, ну, наблюдала за трактором, который едет внутри, и думала, блин, ну я посплю или нет, ну я посплю или нет, и не спала, и плакала, и плакала, и плакала, и плакала. Ты примерно догадывалась, что это депрессия? Нет, я примерно не догадывалась, что это депрессия. Я помню, что я гуглила очень много, и российский сегмент интернета мне ничего не предлагал внятного. Как ты поняла, что тебе нужна психиатрическая помощь? Потому что, по-моему, психиатрическая помощь – это и есть то, что нужно при депрессии. Строго говоря, да.
Я поняла, что мне нужна психиатрическая помощь в момент, когда я лежала и понимала, что у меня давно суицидальные мысли, которые прямо сейчас переходят в суицидальные намерения. А скажи простым языком, что это за мысли и что это за намерения? Я понимала, что я собираюсь прямо сейчас выйти в окно, что я подбираю вот из этих табуреток более подходящую, та, которая повыше, та, которая пониже, и как мне будет удобно перешагивать. Потому что все, как бы, я ощущаю только черное покрывало вокруг себя, у меня нет никакого будущего, и я уже умерла. Надо умирать по-настоящему. Я помню, вот это еще была такая мысль, что то, что у меня есть муж и ребенок, это уже перестало иметь значение. И я ему, мужу, сказала, что я очень хочу расстаться с этой жизнью. И я помню, что он мне ответил: а как же мы? А ты что? Не помню. Я не помню, что я ответила. Я сказала маме: мам, найди, пожалуйста, психиатра. Срочно. Я сказала сестре. Я сказала близким друзьям. И у меня был довольно значительный список психиатров там к вечеру того же дня. И я вот, ну, желаю, типа, вот сейчас потерпеть, вот я доберусь, я потерплю, доберусь, может быть, меня спасут. Утром следующего дня я поехала вместе с мамой, и еще помню почему-то эту поездку, как я сижу в машине на пассажирском сиденье, мама за рулем, и она пытается со мной разговаривать, а я не могу. Я понимаю, что я могу только в одну точку смотреть. Все, ну, как бы, это жуть, это просто жуть. Я, правда, очень рада, что я это пережила, потому что... Это пережить сложно. Это страшный опыт. Но тут важно, что у меня была, ну, видимо, тяжелейшая депрессия из возможных. Они бывают разной степени тяжести. Когда я поехала к психиатрам в больницу, они сразу предложили довольно настойчиво меня госпитализировать. А сколько времени прошло от родов? 2 недели. До вот этого дна? 2 недели. И я еще... То есть за 2 недели ты прям рухнула? Ну, да. Ну, то есть, да, за 2 недели я рухнула. Ну, и дальше я лежала в больнице. Надо сказать, что врачи мне попались поддерживающие, в общем, насколько это возможно. И они много очень со мной разговаривали. И говорили мне, что это пройдет. Когда ты в депрессии, ты не веришь, что это пройдет. Мне кажется, это касается любого расстройства или невроза. У меня были панические атаки, мне казалось, что это навсегда. Но это не так, конечно, по факту. Но вот когда внутри, кажется, что это никогда не кончится. Да. И я помню, что я им не верила, когда они мне говорили, что это пройдет. Но мне очень хотелось, вот на рациональном уровне, мне очень хотелось хвататься за эту мысль. Слушай, это, конечно, не напрямую связано с темой послеродовой депрессии, о которой мы говорим, но я тебе могу сказать, что немногим все-таки людям довелось полежать в обычной психиатрической больнице. Да. Расскажи, на что это похоже. Что это такое вообще? Как там? Длинный такой, ну, условно длинный коридор. Из того, что меня поразило, еще когда я госпитализировалась, у меня были спортивные штаны с веревочкой. И у меня вытащили эту веревочку. И внутри не было, например, зеркал, не было розеток. Нельзя было брать с собой никакие острые предметы. Ну, там щипчики какие-нибудь для бровей. Нет, нельзя. Пилочку для ногтей. Ну, пилочку, если только, ну, не металлическую. Нельзя было брать посуду, которая бьется. Тарелки там были алюминиевые, там не было вилок. Были только ложки алюминиевые. Сколько человек в палате? Там было очень много коек, они стояли прямо тесно, наверное, 10 или 11, но заняты были далеко не все, и нас было, ну, человек 7, наверное, в палате. Дверей не было в палатах? Они были, но большую часть времени они были открыты. А ванный туалет на этаже? Ванный туалет на этаже, и вот там как раз нет дверей, нет зеркал, туалетных кабинок нет, есть, ну, перегородки, как были в мое время. В советской школе. В школе, да. Ну и, собственно, все. Это, конечно, очень неприятно. А была побочка какая-то? У меня было много побочек. А как, ну, какая?
Ну, я не буду рассказывать, это в основном физиологические всякие проявления чрезвычайно неприятные, но в долгосрочной перспективе из-за того, что я пила вообще большой довольно набор, я пила 2 нейролептика, 1 антидепрессант, еще некоторое время мне их подбирали на высоких дозах, и в общей сложности я их пила 1.5 года, и даже к середине этого 1.5-годового периода я очень сильно изменилась внешне. Поправилась? Да, не просто поправилась. У меня была ужасная кожа, просто ужасная. Ну и вообще выглядела я жутко. Но депрессию-то оно лечило? Оно лечило депрессию довольно медленно, потому что в общей сложности я пролежала почти 1.5 года в больнице. А муж? А ребенок? А как это все было? Они справлялись. Я очень-очень ценю тот факт, что мой бывший муж взял на себя всю эту ответственность и все это вывез. Ему было нечеловечески трудно. Ему помогали мои родители, его мама, насколько это было возможно. Не могу сказать, что это была постоянная, регулярная помощь. Он крайне мало спал. У нас был не подарочный ребенок. У нас был очень беспокойный сын. Он с этим справлялся. Иногда у сына были истерики по много часов подряд. И эмоциональное состояние Данилы, моего бывшего мужа, сильно пошатывалось. Данила, в общем, с огромным трудом, но очень достойно с этим справился. Он уволился с работы? Да, он уволился. Чтобы сидеть с ребенком? Да. Чтобы быть с ребенком. Чтобы быть с ребенком? Да. Он его кормил, одевал, мыл? Конечно, безусловно. Я всегда буду ему признательна за то, что он сделал тогда. Слушай, раз уже разговор об этом зашел, а вы развелись, почему? С таким приходящим на помощь человеком вроде бы так со стороны. Если исходить из тех фактов, которые мы вот знаем, да. Сторонние наблюдатели тебя, немногих, то вроде как он себя хорошо проявил в трудную минуту. Да, он вообще ребенок. Замечательный человек. А чего же вы развелись? Слушай, то, что люди очень хорошие или там правильные, или у них есть много какого-то опыта преодоления сложностей, не делает необязательным возможность расставания. Ну, в смысле, я думаю, у меня есть какая-то очень простая такая формула, что у нас прошла любовь. Мы к тому моменту, как я инициировала расставание, мы жили как соседи уже 2 лет. Илюш, ты маму делаешь еще красивее, да? Ну, я, конечно, когда замуж выходила, я не думала, что это произойдет. Но он, правда, очень хороший. Он, как бы, знаешь, не... Ну, просто хороший человек. Вот, думаю, что зрителям это будет понятно. Но зачем жить в нелюбви? Я не совсем понимаю. Мне это было грустно, тяжело и мучительно. Ксюша, скажи, пожалуйста, а вот ты говоришь, что ты лежала в психиатрической больнице, да еще не в какой-то там, знаешь, специфической, специально подобранной, маленькой частной, где-то в милом лесу, а в совершенно обычной, вот вся классическая вот эта нашинская психиатрия. Нет. А это разве не стыдно в этом признаваться? Слушай, ну, это такой большой вопрос. Совершенно не стыдно в этом признаваться. И я в какой-то момент просто поняла, что этот опыт нужно доносить до других людей, потому что я всегда была образцом нормальности. Я думала, блин, так это с людьми случается. Неважно, какой ты, какая ты. Это просто случается. У меня долго было ощущение, что я сама в этом виновата. Избалованная неженка. Зажралась. Все эти ваши депрессии – это блажь. Надо просто и дальше что-нибудь, больше улыбаться, пойти работать, etc. И, честно говоря, мне не было стыдно, мне кажется, даже тогда, за то, что я лежала в психиатрической больнице. Но я просто понимала примерно с самого начала, что, видимо, я не выживу. Это было очень реалистично, это как бы не преувеличение.
Это звучит так несколько, знаешь... Как бравада? Ох, бедная несчастная. Это правда было так. Ты думаешь, что если бы ты не получила бы тогда лечение, ты бы покончила с собой? Да, конечно. Да, конечно. Ну, я еле от этого удержалась. Ты была пиар-директором банка? Ну, да, в декрет я уходила с этой должности, да. Пиар-директор банка – это высокооплачиваемая работа? Ну, смотря что считать высокооплачиваемым, но да, да. Ну, ты больше не пиар-директор? Нет. И действительно, и психиатрия, и медицина в России не очень, если говорить коротко. Но я правда считаю, что это не повод ничего с этим не делать. С этим надо делать. Это надо лечить. Это напрямую влияет на качество жизни. Существуют варианты развития событий, при которых депрессия проходит сама. Но это бывает редко, неизвестно когда. И на это закладываться не надо. Наиболее распространенный вариант – это суицидальные попытки. Ну, в смысле, в зависимости, опять же, от тяжести состояния. По-моему, в 20, что ли, раз депрессия увеличивает риски суицида. И есть еще вариант, при котором депрессия переходит в хроническое состояние. Дистимия, оно называется, это когда иногда может становиться лучше, но в целом тонус жизненный очень невысокий, человеку плохо или как бы, ну, не очень, годами. Вот, поэтому, где бы люди ни были, я всегда прошу не забивать. На себя? На себя. Тебе через полгода стало лучше? Да, стало. Ну, то есть, мне вообще, там, ну, важно понимать, что когда я только начала пить таблетки, первое, что со мной случилось, я стала спать. Мне стало лучше, когда я вышла из больницы. Мне стало лучше, на самом деле, еще когда я была в больнице, конечно же. Меня в какой-то момент, ближе уже к выписке, стали отпускать в так называемый лечебный отпуск, когда я приезжала домой на выходные. Врач это делал для того, чтобы я начинала устанавливать потерянный контакт с ребенком. Вот это мой следующий вопрос. Как с ребенком-то было? Было плохо. Потому что, когда я в первый, во второй, наверное, даже в третий раз приехала в этот лечебный отпуск, я брала его на руки и начинала рыдать, несмотря на то, что уже несколько месяцев прошло моего лечения. И я помню, он мне говорил, если вам будет невыносимо, вы можете приехать раньше. Ну, то есть, и я так делала. Я убегала обратно в больницу. Вообще больница для меня была убежищем, это важно. То есть это было для меня спасение, несмотря на то, что там не рай, мягко говоря. А когда стало получаться? Илья же, да, сына зовут? Илья. Когда стало получаться с Ильей? Ну, сначала мне стало проще. Наверное, вот, ну, примерно, когда я выписалась, мне, то есть я потихоньку начала свой путь к нему, начала раскапывать внутри любовь к нему, умиление, проводить с ним время. Но вот момент, что мой сын меня признал, произошел, когда ему было, мне кажется, ближе к 2 годам. Мама. Мам. Мама. Мам. Мама. Мам. Мама! Матик! Ну, сейчас ему 4,5, конечно, большой путь. Ну, много времени прошло. Но я не строю себе иллюзии относительно того, что с ним ничего не произошло в связи с этим. То есть, как бы он глобально в порядке. С ним были другие надежные взрослые. Его папа, ну, в смысле, ребенку для того, чтобы быть в порядке, достаточно одного человека, который о нем регулярно заботится. Для него это был в периоде младенчества папа и в меньшей степени бабушки. Ну, и кто-то еще подключался. Ну, в общем, были близкие люди, да, но меня не было. И это проблема. То есть я думаю, что это... Во всяком случае, повод для большого разговора с ним, когда он будет готов или заинтересуется. А сейчас ты для него человек номер один? Нет, я не думаю, что я для него человек номер один. Я думаю, что мы равноценные для него люди с его папой. А когда ты поняла, что он все, что у вас есть контакт, что он тебя признал, что ты его, а он твой? Какой был эпизод такой? Ну, какой-то один момент я такой вспомнить не могу, но мы... Наверное, когда он стал радоваться от того, что он время со мной проводит. Когда это была какая-то радость, которую можно было заметить. Например, он улыбался, смеялся. Вот, я вспомнила. Был момент, он чего-то испугался.
и мы были вдвоем, может быть, кто-то пришел или что-то такое, и он ко мне побежал за защитой. И я тогда поняла, что он ко мне бежит за защитой, значит, я для него безопасность. Я для него тот, в кого можно уткнуться и кому можно доверять. А скажи, пожалуйста, ты сейчас точно чувствуешь, что ты его любишь? Да. Мне нечего больше сказать. Ну, в смысле, я очень сильно люблю своего сына. У меня восхитительный сын, к которому у меня много-много любви. В принципе, основное, что у меня к нему есть, это любовь. Это как бы не означает, что я не испытываю негативных каких-то эмоций. Это бывает, это случается с ним тяжело. Временами очень тяжело. Но да, конечно, я его люблю. Я не в депрессии. Послеродовая депрессия вообще характеризуется неправильными чувствами к ребенку. Я выздоровела от депрессии. Скажи, пожалуйста, послеродовая депрессия – это распространенная штука? Послеродовая депрессия – это распространенная штука. Мы в проекте «Бережно к себе» обычно говорим, что это случается с каждой пятой женщиной, родившей ребенка. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, говорит, что от 10 до 20% женщин сталкиваются с послеродовой депрессией. Есть корреляция между уровнем и качеством жизни в конкретной стране и количеством заболевших. Смотри, такая, как у тебя, это все-таки редкость? Такая сильная депрессия, как у тебя? Депрессия, которая требует госпитализации, тем более надолго, это скорее редкость, да. Скорее редкость. А скажи, почему она все-таки произошла? Почему у тебя случилась, развелась послеродовая депрессия? В чем причина ее, вообще-то говоря? Ну, существует множество факторов риска для того, чтобы случилась послеродовая депрессия. Из моих, ну, наверное, какую-то важную роль сыграли психологические факторы, типа того, что я всегда была перфекционисткой. Это влияет. Это довольно серьезный фактор риска, потому что я настраивалась на материнство как на успешный успех. А когда я оказалась в ситуации абсолютной непредсказуемости следующей секунды, у меня все порушилось. У меня не было, как наша одна любимая женщина, психотерапевт Вера Якупова говорит, у меня не было никакой толерантности к неопределенности. Это очень важно. Очень важно не загадывать себе какую-то единственно предпочитаемую реальность. И, кстати, на словах я сама себе говорила, что, ну, конечно, я не знаю, как все будет. Но я-то молодец, я по жизни молодец, я отличница всегда. У меня 3 красных диплома и 1 синий. Я золотой медалью школу закончила. У меня там, типа, это карьерная лестница, до которой я докарабкалась. И нет вариантов не быть хорошей. А как бы хоп, и ты ничего не контролируешь. И от тебя вообще ничего не зависит. И это настолько обрушило все. А гормональный сбой какой-то? Ну, в послеродовой депрессии довольно весомый фактор биологический. Да, то, что связано с гормонами. При этом, ну, как бы это не настолько хорошо исследовано, чтобы можно было говорить о том, что вот так-то происходит. Ты написала первую, единственную книгу о послеродовой депрессии на русском языке. Да. Зачем? Зачем? Действительно. Ну, для того, чтобы расшевелить эту тему. Нет, зачем ты ее написала? Зачем тебе она была нужна? Для того, чтобы расшевелить эту тему. Это не про мое тщеславие. Что такое расшевелить тему? Рассказать людям, как можно большему числу людей, о том, что такое бывает. Тебе кажется, что люди не знают о том, что бывает послеродовая депрессия? Я думаю, что люди в абсолютном большинстве, даже, возможно, пережившие этот опыт, и сейчас, может, что-то изменилось, потому что все-таки мы не зря работаем 2 года, скорее отрицают даже собственный опыт. А те, у кого нету собственного опыта, они так, ну, точно склонны отрицать. Мы как общество относимся к психическим расстройствам как к блаже. Ее люди могут прямо сейчас купить. Прямо сейчас купить могут, да. Точно. Я пришла недавно в магазин «Подписные издания» в Петербурге. Просто потому, что магазин «Подписные издания» в Петербурге – это очень классное место. И я обнаружила там свою книгу с наклейкой сверху, которую написали люди, работающие в подписных изданиях. Что-то там было чрезвычайно тронувшее меня. Что-то про луч света. Давай про хейт. Да, давай. Ты написала про свидетельскую книгу в целом о том, что с тобой случилось. Да. Какой может быть хейт? Ну, типа, ребята, у меня вот сломана рука, да. Вот она сломана, вот я в гипсе, вот я пишу о своем опыте, как была сломана моя рука. Это факт непреложенный. У тебя была депрессия,
ты лежала в больнице, ты ее лечила, ты ее вылечила. Это факт непреложный. Что тут хейтить? Вот видишь, ты приводишь аналогию со сломанной рукой. Мне она тоже нравится, она близка мне. Но ментальные расстройства не пощупать, это не гипс. И... То есть ты все выдумала и, конечно, для собственного удовольствия лежала в психиатрической больнице. Разумеется. Принимала таблетки. Сбежала от ответственности. Сбежала, хотела покончить с собой, все для удовольствия. Или как? Конечно, конечно. Ну, то есть мы с тобой можем попробовать поискать формальную логику в высказываниях хейтеров. Не найдем. А что писали? Ну, или что говорили? Ну, из такого самого жесткого, что мне надо сдохнуть. Почему? Потому что я бесполезная тварь, это не просто плохая мать, а бедный мой ребенок, и нечего ходить по этому миру и топтать эту бренную землю. Ну и очень много было такого, что типа благополучная тетка вот такое себе позволила. Ну то есть предполагается, что это некоторая штука, которую можно усилием воли контролировать, что неправда, конечно же. И ну, типа, попробуйте сходить в детскую больницу. Посмотрите на новорожденных детей с смертельными диагнозами. Посмотрите на матерей, которые носятся к своим детям для того, чтобы они выжили там по 3 раза в день с другого конца города. Как это влияет на депрессию? Это должно вылечить депрессию? Нет, ну да. То есть, это средство лечения депрессии, посмотреть на детей в тяжелой ситуации, это лечит депрессию типа. Ну, ты должна понять, что твои проблемы выеденного яйца не стоят на фоне проблем других людей, у которых настоящее горе. Ну, и которые имеют право страдать. А ты-то что? Откуда у тебя страдания? А страдание же не прекращается от ощущения, что у тебя нет на него права. Ну, ты болит сейчас... зуб, ты говоришь, у меня нет права сейчас на эту боль. И что же, он проходит от этого? Ты сейчас говоришь то, что я говорю. У меня нет права на головную боль. И что же, эта мысль лечит головную боль? Нет. Мы брали интервью и разговаривали с Машей Карнович-Фолуа, которая из той же организации, как вы называетесь? Проект. Из того же проекта, что и ты, также тоже пережила свою послеродовую депрессию. У меня есть видео об этом. Я не спала практически вообще все 3 суток, что мы были в роддоме. Как только его забирали, мне начинало казаться, что я слышу, как он плачет. Все. Ничего никогда хорошего уже не будет. Моя жизнь закончена. Есть ощущение ошибки, что все это была ошибка. Что я так долго, так сильно хотела ребенка, и это была ошибка, потому что я не справилась, я не смогла. Я должна была бы сейчас быть счастливой и здоровой, а я несчастная и больная. И под видео, разумеется, есть комментарий. И один довольно частый. Вот, пожалуйста, прокомментируй постфактум этот комментарий. Люди очень массово пишут: во время войны не было депрессий. Это что, так? Нет. Еще второе популярные люди в поле рожали. Уже женщины в поле рожали. Так что во время войны были депрессии? Конечно, депрессии были всегда. Депрессии были всегда. Другой вопрос, что я сейчас опять в экспертной позиции выступлю. В 21 веке число депрессий по сравнению с 30-ми годами 20 века выросло вдвое. Вот смотри, да. Вот «Бережно к себе» да. – это такой проект, который востребован у многих женщин. Да, они у вас находят поддержку в сложном состоянии для себя? Да. Что они говорят? Что они пишут? Просто женщины, которые слушают ваши подкасты. Хочешь, почитаем? Ну, давай. Мне кажется, без вас я бы просто умерла. Но это, конечно, перебор. Ну, в смысле, нам очень трудно к себе такое присоединять. Поддержка и забота. Все становится понятнее и проще, когда вы проговариваете, что это не лень, и надо себе разрешать отдыхать и забивать. После 2 родов стало проще относиться к домашней бытовухе. Не помыта посуда подождет, игрушки валяются, ничего. Так, сейчас. После первой беременности у меня была жуткая депрессия, но я не понимала, что со мной творилось тогда. Распространеннейшая ситуация. Муж на работе, родители в другом городе. Мы тогда переехали на новое место службы мужа, и друзей просто не было, не у кого было просить помощи. Одна с малышом. Это был ад.
И сейчас я просто не помню себя и сына примерно до его полугодовалого возраста. Первая улыбка, как он учился держать головку, первый зуб, все это могу смутно вспомнить по фото, которых наделала тысячи. Я все время пыталась, чтобы дом был идеально чисто. Первый, второй компот. Не спала с ребенком днем и не высыпалась ночью. А еще нам часто пишут, и это для меня важнее всего, что мы вдохновили обратиться за помощью. Пойти к врачу, пойти к психотерапевту, начать пить таблетки. И это прямо вау. Это прямо в эти моменты ты понимаешь, что не зря. То есть это не кажется, это не придурь, это не лень. Вот если тебе плохо... Если тебе плохо, то тебе плохо. К сожалению, вокруг очень много на нас давления. Сделай 17 шагов к своему счастью, просто проснись и улыбнись этому дню, и тогда все будет прекрасно. Это булшит, это неправда. Это ужасно портит людям жизнь. Потому что, к сожалению, общество исходит из того, что наше самочувствие психическое, наше счастье в наших руках. Оно внутри, его надо просто раскопать. Это как... Мне очень смешно об этом говорить, потому что это ужасный идиотизм, но в него люди массово верят, ну, просто потому что это более-менее из каждого утюга. Но нет, мы живые, мы испытываем массу эмоций, и у нас бывают долгие периоды, когда нам хреново. Ладно, все. А давай еще кофе попьем, не в плане съемок, а просто. Мне вот что-то порции не хватило. И мы уйдем. Давай, мы обещали до двух. Давай, норм, сейчас я просто посмотрю, что мне там писали.